Привет, друзья, с вами Давид Резаев. Я председатель Национальной ассоциации аукционных брокеров. Сегодня я открою небольшую завесу нашей внутренней работы, расскажу вам о части команды НАП. Вообще, в команде НАП около 400 представителей по всей России. Это действующие аукционные брокеры, которые ежедневно мониторят рынок торгов, делают подборки самых выгодных ликвидных объектов на рынке долгового имущества. В том числе под конкретные запросы инвесторов, подают заявки, выигрывают торги, выкупают лоты, получают свои комиссионные и прибыль с проведенных сделок. Структура НАП большая. У нас более 50 сотрудников в головном офисе и в наших региональных офисах. Есть учебный центр, инвестиционный фонд и отдел выкупа имущества. Про каждый из них можно говорить долго. Я люблю и горжусь своей командой. Сегодня расскажу, чем занимается НАП в отделе выкупа. Итак. Ищет, анализирует для вас перспективные лоты, выбирает и выкупает подходящее вам имущество с выгодой от 30 до 90% от рыночной стоимости, гарантирует прозрачность и юридическую чистоту сделки, экономит более 30% вашего бюджета, сопровождает вас на каждом этапе сделки. Эти этапы не так просты, как могут показаться на первый взгляд. Поиск подходящего имущества, знакомство с имуществом и анализ документов, оформление ЦП для участия в торгах. Не забываем о нюансах в работе с каждой ТП. Сбор документов, подготовка заявки на участие в торгах, оплата задатка, вовремя и наверное реквизиты. Подача заявки с соблюдением всех тонкостей законодательства, участие и победы в торгах. И, естественно, заключение договора купли-продажи и оформление объекта в собственность. Пока секунды и минуты складываются в часы, вы можете освободить это время на отдых и время с семьей, а команда профессионалов сделает за вас огромный пласт работы. По итогу вы практически не заметите, как получите желаемое. Это может быть коммерческая недвижимость, которую вы будете сдавать в аренду, или выкупленное имущество для собственных нужд по цене гораздо ниже рыночной цены. Это могут быть автомобили, недвижимость, земельный участок, спецтехники, перепродажа выкупленного имущества с прибылью для вас. Еще на этапе проработки и анализа лота вы будете знать, как использовать выкупленное имущество и понимать, какую прибыль оно вам принесет. Компании НАП 4 года. А что такое 4 года для бизнеса? За это время уже становится ясно, быть большому хорошему делу или лучше поискать другие способы заработка. Команда НАП за 4 года крепко встала на ноги, и у нас собрался костяк профессионалов, которые четко знают свое дело и следуют выбранному направлению развития. За 4 года команда выкупила имущество более чем на 35 миллиардов рублей, а инвесторы НАП заработали более 200 миллионов рублей чистой прибыли. Как видите, цифры говорят сами за себя, и это мы только начинаем. Помимо поиска лотов под заказчика, команда специалистов НАП мониторит рынок торгов, и нам всегда есть что вам предложить. База ликвидных объектов всегда пополняется и обновляется. Данные в ней актуальны. Например, недавно под инвестора было выкуплено здание магазина с правом аренды земли под ним. Рыночная стоимость около 70 миллионов рублей. Мы выкупили с выгодой в 33% за 46 миллионов рублей. Также был земельный участок в Подмосковье. Мы его купили за 3,2 миллиона рублей, с его рыночной стоимостью 17,5 миллионов рублей. Оборудование для пищевого производства с рыночной стоимостью в 3,2 миллиона рублей мы купили за 221 тысячу рублей. Это 90% выгоды. Если вы готовы довериться нашей команде, оставляйте заявку, и с вами свяжется специалист отдела выкупа. НАП – лучшая команда, и если вы нацелены на победу, сотрудничайте с лучшими. Спасибо за внимание. На связи был Давид Резаев.